Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы сделаем вот такую вот ручку из гильз. Вот так вот она у нас выглядит. И она отлично пишет. Ну и для этого нам потребуется три обычных гильзы. Вот такая вот медная трубочка. Я взял ее от старого холодильника. Немного самой обычной термоусадки. И обычная шариковая ручка. Ну и первым делом в двух гильзах нам необходимо будет просверлить отверстие, чтобы их потом мы могли вот так вот вместе собрать. В итоге у нас должна получиться будет вот такая вот штука. Я все это сделал очень хорошим сверлом по металлу. То есть две гильзы у нас будут просверленные и одна целая. Ну а далее нам необходимо отмерить нашу медную трубку, чтобы она у нас была как пуля в нашей ручке. То есть вот так вот мы ее отпилим, немного закруглим с помощью напильника и вот здесь вот сточим, чтобы она у нас вставилась в гильзу. Я это все уже сделал, у меня получилась вот такая вот штука. Вот здесь, то есть я все обточил, напильником закруглил и зачистил все наждачкой. Вот так вот она у нас примерно вставляется. Так, ну и теперь нам необходимо вытащить стержень из нашей ручки, одеть на него термоусадку в несколько раз, обжечь ее, чтобы она у нас очень плотно влезала в наши гильзы. И уже потом все это будем собирать вместе. Вот так вот мы ее запаиваем в термоусадку. Ну вот, собственно, все у нас запаяно, и теперь мы это просто все собираем вместе. То есть одеваем наши гильзы вот так вот. Ну и еще все это мы проклеиваем суперклеем. И дальше собираем все наши гильзы вот таким вот образом и тоже ее приклеиваем. Ну и сверху закрепляем последнюю гильзу. Ну вот, вот такая вот в итоге у нас получилась ручка из гильз. Вот так вот она у нас выглядит, и она также отлично пишет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега, всем пока!